вышел на эту маленькую вершинку пустынной местности. Везде меловые такие склоны. И теперь мне надо решить, то ли идти вниз через опять этот яр, то ли идти поверху. Наверху я еще не был, поэтому пойду поверху. А внизу я уже получил опыт и знаю, что там куча колючек и очень тяжело протаскивать велик. Внизу идти легче, но медленнее. А вверх поверх, я думаю, будет идти тяжелее, но зато быстрее. Поэтому пойдем поверху по лесу. Пойдем к вот этой Мигулинской горе. До встречи!